В первую очередь проверяющие обращали внимание на адекватность поведения отдыхающих, которых по понятной причине было великое множество. Вот только усиливать эффект новогоднего настроения и эйфории посетители могли не только традиционным легальным способом, но и употреблением запрещенных наркотических препаратов. Так, в Энгельсе из 10 увеселительных заведений на медицинское освидетельствование было направлено 10 человек. В Саратове итоги проверок оказались более скромными. Из 6 ночных клубов в медучреждение доставлено 3 человека. Профилактические мероприятия по выявлению лиц, подозреваемых в употреблении наркотических средств, проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе. Поэтому у любителей запрещенных препаратов есть повод задуматься и прекратить заниматься самоуничтожением. Денис Желтов, Александр Сокол, Денис Гребенщиков. Вести, дежурная часть, Саратов.